сшивать. Сначала спец одежду из Греты обычной, там состав ткани 51 кубка 49 литра. Их эта ткань немножко не устраивала, так как она менее дышащая. Поэтому определились найти другую ткань. И вот благодаря их усилиям и нашим усилиям мы вот нашли эту ткань. Называем дубки. Здесь содержание хлопка 74, хлопка 26 полиэтера. Эта ткань достаточно по плотности плотнее и более она дышащая. И в носке она более такая, себя ведет по-другому совсем. Костюм состоит куртка плюс полукомбинезон. Это считается как летний вариант. Требования в основном, чтобы он был носки, практичный этот костюм. Поэтому было, ну, для того, чтобы этот костюм не изнашивался, делаются дополнительные такие вот вставочки разные, то есть накладки. Они просто немножко костюм делают такой более, в носке более такой практичный, да. Вот поэтому вот это в основном требование. Потом еще у них такие требования, что было побольше карманов, что где-то что-то можно было положить, какие-то там, может быть, отверточки, где-то что-то вот такое.